Доброго времени суток, друзья! С вами пляжный Соу-Ливер. Сегодня мы залетим в очередной временный режим в Rocket League, в волейбол или бичбол, называйте как хотите. Посмотрим, стоит ли он того и ровнее ли он хит-сикеру. Всем приятного просмотра и хорошего дня! Вот это скилл. Так, пинчим. А буста-то нема. Как, где буст? А буст не устанавливается в этом режиме? Вот его. Это неожиданно для меня. Так, ловлю шот. Профессиональный удар. Изи. Первый гол есть. Так, на стеночку. Ну... Но... Блин, если бы это только в рот залетело. Это был бы просто чистый показатель скилла. Никакой удачи. О, это даже не близко. Не умеет пляжный мяч. Как это называется? Короче... Бездарный мяч. Я не знаю, как это называть. Но это точно не волейбол. Волейбол это совсем другое, конечно. А, да, найс отскоки. А посильнее нельзя было? О, мячом не забил. Давай, парень, я грейт пас, а ты найс шот. Договорились? Как учили, ебать. Или? О, соло. Ой-ой-ой. Я что, он пас выдал чисто. Реально. Оуф! Прочитано. Он покинул. Но один хороший есть. 122, ага. Оля. Это был хороший. One hour later. Ладно. Официальный режим хуйни. 4 игры, и с меня хватит. Тут надо либо быть супер нескилловым. И просто веселиться от того, что никто не попадает. Либо быть супер скилловым и типа, ну ты понял, да? Делать вот так. На нахуй, ворота, чекай. Самый скилловый игрок. Изи. Ах, ну какое ему заключение можно сделать по поводу этого режима? Режим говно полное, я полностью согласен. Как вы уже могли догадаться, с бичболом дело у нас не пошло, и мы с пивасом на радостях пошли играть в ранкет. И знаете что? Это получилось реально веселее, и там действительно есть на что посмотреть. Ну что, ехали? Ага. Куда едем? К первому чемпиону. О, к первому чемпиону, это я с удовольствием вообще. О, я, это мой поезд, братишка, я еду к первому чемпиону. Все такие резкие, куда деваться? Я уже хотел, типа, кричать тебе, да я ловлю пас. В бичболе просто. Опа, а вот так вот, ебать. Шот говна не контрится. Это просто жалость. О! Мастерство телепортации. Я помогу тебе. Да опять мастерство телепортации. Ну, братишка, там какие-то сверхлюди играют. Сколько у них пинга? Миллион. 22 телепортации за 1,5 секунды. Я его подвину. Понятно. Ай, тварь. А, у меня не хватило буста. Я сделал ресет на них. Не хотел буста, чтобы шотнуть. Что, у тебя там дела? Понял? У меня бампнут, да, сейчас, скорее всего? Нет. Фуф, ноль. Так, все пошло. Это мы вырежем. Ой-ой-ой, как пошел-то? Ё-моё. Я засмотрелся. Найс, недельный перерыв, говоришь, да? Успехно. Понятно. Да куда? Да уж. Позавчера вернул 1500 на мейне. И что-то эта игра резко кажется мне очень непонятной. Что тут люди делают? На третьих чемпах. Так, ёбни его, хорош. А, у меня хуканул.
Хорош, изберу. А, ладно, у тебя ноль. Я знал, что у тебя ноль. У меня не ноль было, у меня 17. Да? Ладно, my bad. Я просто спиздил у тебя буст до этого, поэтому я... О! Прям в него! О, ГГ. А, он не поехал. Бля, я понимаю. Этого не понимаю. Ну, пивас, ну, нормально же общались, ну что это такое? У тебя горит. А чекова. Опа! Он сам пал. Ну, примерно буста 20 еще. Ага, найс. Не попал. Блин, как после бичбола приятно играть ранкет. Я не знаю, есть ли у тебя такие ощущения, то что мячик отскакивает нормально, это его можно читать. О, ма. Я пошел контент делать. Свободны. Уф, страшно было. F. Так, это мы перекидываем, чтобы ты буст успел взять. Это мы забиваем. Не забиваем. Так. Хорош. Двоих. Ага. И тут нам, значит, противник выдает Great Pass. Непонятно по какой причине. Просто потому, что он чемпион. Такой, на, говорит. Интересно, что было в голове у него в этот момент. Фейкинг? Понял. Ну тут такое. Хорошо. Не на опыте, не на опыте. Не, вот, не я. Центринг? Неплохой центринг, согласись. Ну, хорош. В принципе, в центр попал. Что-то совсем легкое. Я еще и интро записал к бичболу ебану. Ладно, это будет кликбайт, короче. Мы нахуй сделаем начало видео по бичболу и в итоге положим на него хуй. Потому что это невозможная хрень. О! Ну я знал, про что ты промажешь. Пинчим? Но! Блин. Не, не промазал, не так. Это блочек. Тактически фейканул. Ага, не переиграл. Переиграл как открытую книгу? Задроты. Только дриблить умеет. Не то что мужики. Берут и шотают. Как бы, так сказать, не повершотил, не мужик. Ой. Опа, здорово, ебать. А здесь поставил? Понял. А он появился. Там тебе халяву выдают. Найс. Игра. О, ему такая, такой бабах ему. Да он не бабахается вообще. Он бесстрашный парень. Ноль буста, кста. Да как? Бля, из-за того, что чел медленнее меня, он оказался ниже и данкнул меня. Вот я понимаю, на скилле и опыте. Куда ты там прыгаешь? А, да? Ну это идеальный пас, что я обосрался немножечко. Делай это с ним. Ума! Кто сошёл? Так, на этот пуста. Да, я видел. До сих пор ты пуста. Ну, 12 помощь. Вот так делаем. Па, ГГ. Ну, только если ты герой полетов. О! Ладно, он герой в аутосейвах. Стоит отметить, это был хороший. Да куда ты? Блять. Этот парень на доминусе. Как же он был чейзит? Так.
Тут такое дело. 1500 плеер, блядь. Хорош. Право, которое. Понял тебя. Извини. Извини. Ты бы сразу сказал, что ты киберспортсмен. Я бы вообще, в принципе, не это, не возникал. Так, время киберспортсменить. Вот сейчас точно. Скидыч. Что один? Меньше. Рассчитано. О, я же говорю, меньше. Что-то у меня мозг залагал. Я смотрю на название песни такой. Надо, наверное, ехать на каков. Блин, чего не поехал на меня? Меня обманул. 2-0. Для него. У меня, к слову, тоже. Ну, как же я плохо играю. А? Лево? Такой, блядь, что? Я сейчас видел. Главное, как это развидеть теперь. Ну, уходи. О, это был мой буст. Клоуны, блядь. Ладно, это чел на доминусе что-то умеет, стоит отметить. Я верю ему. Тебе верю. Вот его. Давно я такой доверчивый стал. А не в пати? Нет, да. Да? А, ну понятно. Там один, значит... 1100 гений, а другой нормальный парень. Ну, ресет нахуй. Не дали? Не, я его просто лох. Лох просил? Ну чё просто? Охренеть, не, ну этот парень вообще бесстрашен. У меня мяч, у него пустые ворота. И просто посмотри-ка, насколько бесстрашно он прыгнул. Блядь, что? Это 1335 немножко. Вот это? Вообще парень. У него стальные. Жесть какая. Возможно, я обосрался. Найс. Дважды. Но это было близко. С первого раза. Кто они прям летят? Я не знаю, потому что они клоуны. Ой. Окей. Да блин. Почему он резко начал попадать по мячу, резко начал что-то делать? А второй разучился. Они, походу, местами поменялись в конце игры. Думали, поможет. Чел такой, дай на октане попробую. В принципе, нормально так.